Пойдем похулиганим. Пойдем. Алан, что, дрова нарубил? Да, готово. Алан, ты сказал, кроме собаки и кошки, все готов кушать. Ну да, было дело. Ёлки-палки. Сегодня мы будем готовить шашлык из питона. Старым кавказским способом. Ну да, видимо. Жирненький. Домашний. Сегодня этого питона мы разделаем финками НКВД. Разлетаются как горячие пирожки. Предыдущие ножи мы уже отправили победителям. А эти мы разыграем среди наших подписчиков на нашей странице Instagram. Так что, ребята, переходите, подписывайтесь на нашу страницу Instagram и участвуйте в розыгрыше. А ровно через 3 дня после выхода этого видеоролика мы выберем победителя и отметим сторис. Красивый наш. Острый. Ну что, распотрошим его. Ну что, шкуру снимать будем? Ну да. Наверное, начнем отсюда. Почему наверное? Ты что, первый раз змею вскрываешь? Тут вообще хорошо режется. Подожди, а ну-ка руку, руку. Георгий, а ну держи, тяни дальше. Что, из печени паштет будем делать? Печень, да, а где сердце? Где-то там должно. Сердечное. Интересно, сколько камерное. Рыжий! На, тебе! Опять. Пойду я курей покормлю. Ну что, получается? Что-то тяжеловато. Есть идея. Пусть помучается немного. Сейчас быстро снимем. А ну подожди. Опять. А ну закрути вот это. Thank you.
Держите стол. Держите стол покрепче. Аван, закажем 3 пары мокасин себе. Ну, помоги, сложим. Отличная шкура. Мне кажется, подарок на Новый год у меня есть. Мокасин? Для тещи. Да ты не жена. Для будущего. Четко. А ну давайте ее сюда. Покажем? Голова очень опасна. Это для мяса. Надо его разрубить. Большая, толстая кость. Давай еще сюда. Алан, руби. Руби. Попробуй. Что такое? Давай еще это тоже разрубим. Это пополам надо рубануть. Оль, давай. Смотри, как выгибается. Давай, давай. Он еще двигается. Я думаю, я это порублю просто и как говяжий хвост протушу. Отличная идея. Один в один говяжий хвост. Нарежем на небольшие кусочки. Так уж и много мяса в питоне. Замочим мясо в молоке.
все, дальше я уже. Давай подготовим организм. Держи его. Я предлагаю под такую закуску без тоста. Под змею еще мы тосты не говорили. Как скажешь. Как дела? Да? Нет, серьезно. Никого не оставишь? Ладно, укусил. Держи. Я за рулем был. Держи. Ты воду там, да. За гостеприимство Георгия. Я заберу себе немного для шашлыка, а остальное тебе насачу. Забирай, это тебе. Посолим. Поперчим нашего питона. Добавим красной паприки. Нальем немного растительного масла. И хорошо размешаем. Добавим немного лимона, чтобы укрепить мясо. Да, не каждый день приходится питона на шампур одевать. Диме позвони спросить, питона не будет? С шампиньонами.
ну отойди. Георгий, там у тебя вино есть? Конечно. Я тоже так считаю. Я вообще люблю вино добавлять. Это уже похоже на блюдо. Я тебе скажу, интересная структура у этого мяса. Мышцы аж выдавливают наружу. А что, питон — это же сплошная мышца. Как это замечательно все выглядит. Ну что, ребят, продегустируем питона. Посмотрим, на что мясо похоже. Держи. Опачки. Держи. Как Георгий может курица? Жесткая. Сплошная мышца. Спортсмен. Дил, как тебе мясо? Наливай. Спасибо. Надо проспиртоваться. По кусок поем. Его надо мариновать 2 суток. Даже не мариновать, просто... Не тот плод Адам и Ева поели. Грибочек отличный. Гео, давай вакцины добавим. Давай. Что за воротник у тебя, Гео? Да. Лиса. Лиса? Да. Теплый? Да, ой, удушающе теплый. Это африканский писец. А что если... Ай, блядь! Блядь, ну куда ты руки заняли? Блядь, спасибо, Гео. Тебя змея укусила, блядь. Сука. А что случилось-то? Укусила, блядь.
Угу. Жар бешеный. Ау.
Потом сказать, кота трогал. Thank you.
Алексия, иди кушать. Фиби, отойди. На, тебе тоже. Фиби. А.
Yeah.
Та-дам!
Уф-уф-уф-уф-уф. Эх. Так.
Очень больно. Thank you.
За рады встречи. Там видеоролик. Ой.
Подальше сыр. Давай еще побольше. Папа. Ау. Пуга. Да.
Yeah.
За вас! Ох. Закрывай.
хорошо разварилась. Замечательно, как все пахнет. Попробуй шашлык. Угу. В следующий раз. Yeah.